1904 году Осипом Бакстом с этим третьим томом этого собрания поехал в Москву по приглашению Станиславского Александра Николаевича Бенуа оформлять спектакль «Мнимый больной», где главной роли играл Станиславский. Они оба были еще и режиссерами, то есть, ну, в первую очередь они были режиссерами, и Бенуа оформлял его. И за время репетиций он оставил на этом экземпляре очень много помет, зарисовок, ну, рисунков, и в том числе два портрета Станиславского. Ну и, значит, еще вот, представленные на выставке материалы, я бы хотела рассказать, вот, кратко обратить ваше внимание на тоже предоставленные театром марионеток имени Демини куклы к спектаклю «Лекарь по неволе» 59-го года, который был поставлен создателем театра Евгением Демини. Рисунки для этих кукол были созданы Татьяной Георгиевной Груни и художник-скульптор кукол Мария Артюхова. Вот. Ну, остальные... Остальное, когда вы будете смотреть, просто обратите внимание на эти материалы. Если какие-то будут вопросы, потом можете подойти к сотрудникам библиотеки, которые там обычно есть.